нельзя, плыкать нельзя, бегать нельзя. И планшет мой я сбит. Свет, ну чем мне заняться? Посиди спокойно и мультики посмотри на телевизоре. Ну какие мультики? Я за все мультики по столам посмотрел. Спорим, что не все? Спорим. А ну-ка давай пульт. Сейчас найду тебе что-нибудь новенькое. Ха, не найдешь. И этот смотрел? Конечно, это Геоя. А этот? Это же Буба. Ну хорошо, хорошо, сейчас. Это для девочек. Почему это для девочек? Там написано поучительные мультики. Так что все, смотри. Ну хорошо, хорошо. Ой, ну может научишься чему-то. Я пока подремлю. Только не храпи. Ага. Ты там внимательнее смотри, не пропусти ничего важного. Какие блины вкусные! Я такие тоже хочу! Света, там волшебные блины! Свет! Угу. Блины я люблю! Света, мне желание выполнять, когда их печешь. Блинчики, такая вкуснятина. Ну, Соня, утром спит, днем спит и вечером спит. Эх, все приходится самому делать. Загадаю. Нямочка получится. Так, сначала я хочу телефон. У мамы есть, у папы есть, у Светы есть, у бабушки есть. А почему у меня нету? Еще я хочу новый планшет. Света, мой, я сбила планшет. Блин! Что ты там про Свету говоришь? Эй, я там говорю, Света хочет блин. То есть блины. Я тебе готовлю блины. Блины? Хочу, конечно. Где? Вот сейчас напеку. Здесь я замесаю. Напечешь блины? Богдан, что с тобой? Просто хочу тебя порадовать. Ты не забавил случайно? Нет. Ты что, действительно для меня решил блинчики напечь? Ну да. Ух ты, так приятно. Спасибо. Да нет, за что. Знаешь, я тут решила... И поняла, что хочу тебе тоже сделать приятное. Ты пока иди поиграй в машинки, а я напеку блинчики. Ты что? Зачем? Я сам. Не надо, не надо. Маленьким вообще нельзя около плиты стоять, мало ли обожжешься. Иди пока поиграй, я сама напеку. Сама, я говорю. Куда? We'll be right back.
желание. Что ты там говоришь? Говорю, блинчики – это мое желание. Ну вот, я сейчас твое желание исполню. Я хочу телефон. Какой красивенький. Ула, у меня есть телефончик. Ребята, никому не говорите. Богдан, будешь первый блинчик пробовать? Нет, спасибо, я не буду. Ты там дальше пеки. Хорошо. Планшет. Ребята, не говорите. Круто, у меня видеопланшет есть. Богдан, иди сюда, я тут блинчики испекла. Так не терпится попробовать. Не поняла. А откуда у тебя планшет? Это блины. Что блины? Блины исполняют желания. Что? Голову морочишь, а? Я не молочу, я как в мультике сделал. И вот планшет. А еще есть телефон. Вот он. И ты молчал? У нас волшебное тесто, а ты мне ничего не сказал? Блины, а не тесто, чу-чу. Ну, блины. Волшебные. Это же сколько всего можно загадать. Ага. Главное придумать, что именно хочется. А столько всего хочется. Мне даже теста не хватит. Я хочу лак для ногтей, новую сумочку, ошейник для лайка, домик для лайка, новую зимнюю курточку, новые кроссовочки, шиншиллу, звезду, хамелеона, павлина. Я хочу посыпать, как мне кажется, новый телефон, новый компьютер, новый планшет, цепочку. А я хочу Катю, самолет, машинку, трассу гоничу до моих машинок. Собачку, на Мальдивы, в Диснейленд, поесть омаров, скушать мидии. Дети, привет! А откуда у вас блины? Это мы решили напечь. Угу. Ах, вы мои умнички! Ну-ка! Вкусненько! Мам, иди отдохни, мы сами все сделаем. Да что вы, дети! Мне так приятно, что вы уже и тесто сами сделали, и даже первые блинчики спекли. Так что дальше я сама. Идите, играйте. Ну, мама! Без ну, мам. Плита, горячая сковорода, это небезопасно. Я сейчас быстренько. Вот мама не вовремя пришла. А как же мои желания? У тебя-то уже и телефон есть, и планшет. Мне ничего.
получится. Я хочу новые кроссовки. А я хочу новую спортивную машинку. Ну вот, ничего не выходит. Блины что, больше не волшебные? Видимо, да. Света, не расстраивайся. Ну давай, когда мама уйдет, мы сделаем тесто и будет волшебные блинчики. Хорошая идея. А ну-ка, где ты этот рецепт видел? Ну, в том мультике про собачек, который ты мне включила. И как я теперь этот мультик найду? Я не знаю.